3 статьи 205 Кодекса Российской Федерации постановил избрать обвиняемого Касимова Алишера Хатамовича меру пресечения в виде заключения под стражу с сроком содержания под стражей на 1 месяц 27 суток до 22 мая 2024 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста отказать. Уголовного кодекса Российской Федерации вводит статью 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановил избрать обвиняемому Файзову Мухаммад Сабиру Закирчоновичу мер пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Может быть обжаловано Московской городской.